хочу заветного кольца. Среди обычаев прекрасных не вспомнить хочется один. Он символ верности и счастья от юных лет и до седин. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат в душе взволнованные сердца. Обручальное кольцо, обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение. Обручальное кольцо, простое украшение, двух сердец одно решение. Обручальное кольцо, обручение, обручальное кольцо. Пускай за годом год мелькает, пусть дождь и снег летят в лицо, и нас сверкает судьбой дареное кольцо. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат взволнованно сердца. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно два кольца. Обручальное кольцо, непростое украшение. Спасибо, друзья! А мультик какой любимый про зиму у вас? Покемон! Как бы не было зимы в городах веселых, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила планочня, подзежной бабы не петляла бы лыжня. Кабы. Надоело бы лето, не пришла бы к нам метель. Поднял хотя бы и свинир веселое. Кабы не было зимы, а все время лето, мы б не знали, куда мы. Дорогие ты, не спеши, будет мороз. К нам через лавы лед на речке мне замерз. Кабы, лед на речке мне замерз. Кабы. Хорошо, когда ты целуешь меня, а еще да банальная, да такая, как все. А ты не такой, ты другой, и с тобой себе я позволила верить в любовь. Давай, Кинги Си! Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Не повторю 100 раз подряд, ты не такой, лови меня каждый день, и я буду самой крутой. Люди вечно что-то говорят, но ты не такой. Ты просто смотри на меня, а еще скажи, что все будет у нас хорошо. А мне не верится, что это все сама. А закрыла руками глаза. Кипятяк, теперь вы! Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю 100 раз подряд, ты не такой. Лови меня каждый день, и я буду самой крутой. Люди вечно что-то говорят, но ты не такой. Я тебе верю без слов навсегда.
В начале нашего праздника здесь передо мной на площади стояло 100 человек сейчас, но мой глазомер подсказывает, что, наверное, уже около 1000 человек. Легендарная, уникальная, мною любимая и вами любимая группа «Братья». Еще раз, «Братья». Поехали! Супер! Вечер, Кингисепп! Днем зимы вас и с 90-летием Кингисеппского района. Ну что, хлопнем по этому случаю немножко? Или вы уже хлопнули? Не хлопнули еще? Ну так давайте вместе это сделаем. Хлопнем! И взлетим! Поехали! Прекрасный вечер в городе Кингисепп. Очень здорово. Что ж, вечер просто замечательный. Вечер просто обалдеть. У нас есть снег, у нас есть праздник, и мы гуляем. Отметим это песней. Поехали!
большой истории. Так что как раз самое время и место исполнить специальную песню для вашего города. Поехали. Можно? Как же красиво пролетать над этим городом. Я не забуду никогда твоих улиц ли раз, роняя мечты в стыд. Моя голая печаль, как по щучьему веленью, желтоглазых окон тленьем. Явись предо мной, город мой, о великой реки. Бликуют крылья титана, где берез голоса. Зовут обратно домой, я в объятья твою. Шагну от радости пьяный, Степин, мы находимся ровно сегодняшнего утра, как мы приехали сюда на поезде. То есть успели что-то посмотреть? В Таллинском, ну да, мы успели. Мы обычно приезжаем в город, успеваем проехаться по улицам, посмотреть. Ну что я могу сказать, что мы проехали очень много городов и очень даже много похожих по населению, по объему, я имею в виду, по численности населения, по... То есть такие небольшие городки, ну, ваш город очень хорошо выглядит. Запомнилось то, что город аккуратный, город очень такой ухоженный, его, на него, по нему приятно гулять, по нему приятно ходить. Вас пригласили на наш сегодняшний большой для нас праздник. Ваши впечатления о том, когда вам сообщили, предложили приехать в Кингисепп, какие ваши впечатления были? Ну, во-первых, я в Кингисеппе ни разу не был, а на карте России осталось достаточно мало мест, где я еще не был, где не была в Бразилии. Вот. Ну, это приятно всегда приезжать в какое-то вот новое место, знакомиться с чем-то новым, какие-то новые города. И вот один из таких городов, Кингисепп, как раз и есть. То есть у него такая достаточно славная история, как нам рассказали. Вот, давнишняя, начинал он с крепости, да, тут много кто проходил туда-сюда, различные войска, различных государств, вот, много войн на этой территории было. Вот, ну, история знатная, и это приятно. Побывать, узнать что-то новое для себя открыть. Когда ваша работа будни, скажите, какие планы у вас на будущее? Что предстоит в вашем творчестве нового? В нашем творчестве, ну вот у нас недавно вышел клип, сингл, мы каждый год, то есть уже 20 лет будет в следующем году нашей группе на самом деле, то есть она еще в прошлом веке зародилась. И эти 20 лет мы выпустили 6 номерных альбомов. Вот, Крайние два, в 2015 году, аж два альбома выпустили. И я надеюсь, что в следующем году мы порадуем наших слушателей новой пластинкой, возможно, мини-альбом, возможно, альбом. Ну, это как вот, как Господь даст. Как строилась жизнь вашей группы? И, в частности, что для вас? Это стиль жизни, братья Гримм? Или это все-таки какой-то бренд, так скажем? Ну, для меня группа братья Гримм – это вся моя профессиональная жизнь, я бы так сказал. То есть... Это группа, в которой я пою и играю. Вот. Ну, может быть, так это группа, с которой я ассоциируюсь, мой образ, да, мой голос и тому подобное в данный момент. На стиль жизни влияет это как-то? На стиль жизни, безусловно, каждая работа влияет на стиль жизни, безусловно, потому что у всех разная работа. Кто-то ходит на работу с 8 до 5, допустим, мы ходим на работу по выходным, не как все нормальные люди. Мы ездим по гастролям, то есть мы можем все выходные проводить
праздниках, точнее для нас не праздник, для нас это работа, а для людей праздник, а наоборот. То есть у нас небольшой такой вот, мы такие вот, такой, ну, противопоставление, если можно сказать, то есть такой антиподы мы нормальному образу жизни. Вот. Но тем не менее это работа, это нормальная, серьезная работа, которой мы занимаемся давно, учились на это. Вот, долгое время. Вот, к слову, вы на это учились. А если бы вам не удалось связать себя с музыкой, кем бы вы себя видели в жизни? Ох, история не терпится слагательных наклонений, поэтому я даже не хочу об этом думать. Наверное, может быть, я стал медиком, медицинским работником, или врачом, или фармацевтом, как мои родители. Вот, потому что да, за месяц до поступления в институт, педагогический институт на факультет музыка, я... То есть я хотел поступить в медицинский институт, но за месяц до поступления в медицинский я пошел на факультет музыка педагогического института города Самара. Вот, и связал свою жизнь с музыкой, и отнюдь не жалею, потому что, во-первых, наверное, медицина не сильно потеряла ввиду отсутствия меня как профессионала. Вот, и я бы не смог, наверное, это работа, требующая большого самоотречения, вот, и это очень большая ответственность. А музыкой заниматься все-таки как-то легче. Мы не врачуем тела, мы врачуем души людей в какой-то степени. И тоже, наверное, важное дело, но оно значительно легче. Кого? Тебя. Вторая пара в тебя. Тебя. Вторая пара в тебя. Любить свой город, не забывать его, даже если вы из него уезжаете куда-то, в более крупные города. Нужно помнить о своей родине, как я, например, помню прекрасно о родине своей, в городе Самара. Хотя для меня Москва стала домом уже много лет. У вас замечательный город и очень такой, с хорошей, позитивной атмосферой. Во-вторых, тут есть чем заняться, как выяснилось. Вот тут есть много рабочих мест и перспектив, как тоже выяснилось. То есть инфраструктура растет, бизнес растет, город тоже, я думаю, будет расти. И ну, любить друг друга, находить друг друга, жениться, выходить замуж, заводить семьи, детей и жить до старости в счастье и согласии.